Начинаем презентацию с яркого красного цвета. Помним, что 2016 год – год огненной обезьяны и красный фаворит коллекции всех дизайнеров мира. Люба выбирает сегодня классический черный цвет. И посмотрите, дорогие друзья, то самое маленькое черное платье, которое заслужило ваше признание и любовь. Влюбились в это платье? Набирайте бесплатный номер телефона, называйте название платье La Prima или артикул 167-100 ровно. Но это еще не все. Вы видели два цвета. Давайте представим еще два. На самом деле мы уже видели три цвета. Один цвет на Арине – это яркий василек. И для тех, кто любит классику жанра, ну посмотрите на эту красоту. Я разворачиваю для вас специально, чтобы вы увидели, как ткань велюр является хамелеоном. Он переливается. Вот он черный, а вот он яркий синий. И это, кстати, дорогие друзья, секрет нашего велюрового полотна. Вот почему его раньше выбирали только короли и королевы. Здесь помимо королевского велюра присутствует еще и один из самых дорогостоящих материалов. Это кружево. И действительно, цвет такой дорогой, элитный, изысканный состав платья. А как оно в носке? Потому что мне очень комфортно, мне приятно, ничего не сковывает мои движения. И я понимаю, что я и на бал, и в пир, и на танцы могу совершенно спокойно отправляться и чувствовать себя как-то по-особенному. Ну что ж, я отвечаю, Арина, на твой вопрос. И прежде всего хочу сказать, это все благодаря эластану. Сегодня многие технологи специально в смесовые полотна добавляют эластан. Он не только держит форму платья, он еще позволяет идеально сесть на любую фигуру. Вы когда видели последний раз, дорогие мои, что кружево идеально подстраивается под ваши параметры? Наше платье La Prima делает это. И я хочу сказать, что здесь мы видим облегченный верх за счет того, чтобы ваша фигура казалась более легкой, более романтичной. Поэтому верх изделия мы именно украсили прозрачным кружевом. Как выбрать дорогостоящее кружево? А я вам скажу, обращайте внимание на эти росписи. Чем сложнее узор, тем будет дороже этот материал. Светлана, должна сказать, что уже лидирует у нас красный цвет, он становится фаворитом. А вы какой выбираете? Может быть, сапфирово-синий? Черный? Тогда начните знакомство с нашим телеканалом прямо сейчас. Порадуйте себя праздничным платьем, подготовьтесь к праздникам заранее и получите особое удовольствие от приятных материалов. Свет, но важно еще выбрать и по размеру платья, чтобы село. Ну вот сейчас мы как раз этим и займемся. Давайте посмотрим на наш подиум. Итак, наша Арина выбирает для себя яркий красный цвет, и Арина носит 48 размер. Платье выбирает на размер побольше. Если вы хотите, чтобы платье струилось в области бедер, давайте посмотрим. Мы выбираем платье на размер побольше, дорогие друзья. Итак, наше платье имеет свободу. Это очень важно для женщин. Посмотрите, вот это пространство. Но при этом приталенный силуэт подчеркнет вашу женственность. Мне очень нравится, что платье слегка расклешено к низу. Что это дает? Ваши бедра будут спрятаны под платьем, а мы увидим только грацию и красоту. Давайте посмотрим на Любу. Люба носит размер 50-52 и выбирает сегодня для себя платье 52 размера. Давайте заметим, что не только черный цвет стройнит нашу Любу, но еще одна очень приятная деталь – это кружево. Если вы заметили, наше кружево слегка переходит на зону плечиков и чуть-чуть расширяет их, делая вашу талию уже и бедра меньше. Таким образом, ваша фигура становится пропорциональнее. И посмотрите на этот пикантный соблазн под кружевом. Ну, невозможно устоять, когда мы видим такую королевскую, изысканную модель. Начните свое знакомство с популярного предложения, с выбора наших постоянных телепокупателей. И убедитесь, что с нами легко, удобно, а самое главное, безопасно.